плана Д, это просто как пример. Это желание побывать на Байкале. Желание приехать в Улан-Удэ, где живет моя близкая подруга. И, в общем-то, все, что она мне рассказывала, все, что она мне, в хорошем смысле, все эмоции, которые она мне передавала, рассказывая о своем любимом городе, вот во мне воплотилось это все и передалось в песню. Песня «Улан-Удэ» посвящается солнечной Бурятии, ее жителям и жителям города Улан-Удэ. Я туда не приехать, меня совесть звала и гнала. Запах свежих кедровых орехов и янтарная гидросмола. За Байкалем мечтал надышаться, его воздух всей грудью вдохнуть. И в Байкале хоть раз искупаться, в его чистые воды нырнуть. Улан-Удэ, 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 ула-ла-ла-ла-ла-ла, Улан-Удэ, 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 Улан-Удэ. Повезет. Доберусь до Тацана поближе и до прочих байкальских красот. Я хочу в этом сказочном крае встретить много хороших людей. Ведь не зря же здесь солнце сияет, столько ясных безоблачных дней. Улан-Удэ, Улан-Удэ, ула-ла-ла-ла-ла-ла, Улан-Удэ. Варенькой назвали в честь святой Варвары. То, что она поет, это дано Богом, потому что специально никто не занимается ни вокалом. Конечно, я ее беру на концерты, она в БКЗ все время с нами. Я ее куда-то беру на какие-то мероприятия музыкальные. Мы поем с ней под гармонию очень много, она это все слышит, она как-то это впитывает. В общем-то, такой результат какой-то получается у нее хороший.